честь Дня столицы жители семей напоили кумысом. Праздник был возрожден несколько лет назад и теперь проводится ежегодно. В этом году из сельских районов в город завезли больше 200 литров национального напитка. Всего было представлено 5 его видов. Причем, как утверждают организаторы, чем больше выдержка, тем кумыс крепче и целебнее. Попробовать кумыс мог каждый желающий. Прекрасный день, день столицы. В честь дня рождения Астаны мы и проводим этот полюбившийся всем праздник – Кымызмурындык. Когда-то он был забыт, а сейчас мы его возрождаем. Ведь всем известно о целебных свойствах кумыса.